Ходят слухи, что Евросоюз сейчас повторяет судьбу СССР. Возможен ли сценарий полного развала Евросоюза? Начнем с того, что никакого повторения сценария даже близко нет. Хотя может так показаться. Объясню почему. И СССР распался на несколько равных государств. Государств, которые ничто, никто ничего не потерял. Даже наоборот, наша страна в каком-то смысле пошла на уступки другим государствам и отдала и территории, и заводы, и промышленности, и технологии, и даже помогала деньгами на протяжении долгого продолжительного количества времени, что, конечно, уже забывается, да, потому что Запад подкупил льстиво. Но суть не в этом. Суть в том, что Советский Союз распался на цельные, независимые, свободные, богатые государства. Как они распорядились этим, это второй вопрос. Евросоюз будет распадаться по другой модели. Это когда хищники пытаются разорвать тушку гибнущего существа, вместо того, чтобы ему помочь. Я уже говорила о том, что в Европе есть троица, которая потерпит наибольшее поражение. Украина, это понятно, мы об этом постоянно говорим, что ее разорвут на части и обанкротит фактически, да. Также в эту троицу будет входить Латвия, мы тоже об этом говорили, потому что, несмотря на то, что это часть прибалтийского региона, тем не менее Латвия в духовном и в нумерологическом смысле гораздо ближе к России, чем к Прибалтике и Европе. И более того, Латвия станет плацдармом и не очень удобной площадкой для России, но с другой стороны, она получит определенную поддержку от Евросоюза. Как мы понимаем, Латвия в данной ситуации будет играть роль, знаете, вот когда грязными сапогами идут по дому, не понимая, что это чей-то комфортный и уютный очаг, да, и вот они грязными сапогами будут ходить, весь Евросоюз распадающийся будут ходить по Латвии. Ну и Финляндия, которая может разориться из-за такой глупой ошибки, как вступление в НАТО. Вот, и, собственно говоря, Евросоюз распадется на несколько союзных государств, одно мы уже их назвали, это Скандинавия, это, конечно, будет что-то вроде такого Прибалтийского союза на уровне, включающего, естественно, Польшу, да, скажем, лидирующие государства, которые достаточно продолжительное время сохраняли свое лидерство, Франция, это Германия, да, Италия, вот Испания, вот эти государства, они создадут либо свою коалицию какую-то отдельную, скажем так, да, либо останутся независимыми государствами. Поэтому распад здесь будет носить совершенно другой характер.